Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Бытует мнение, что именно фигура может стать залогом стильного образа. Однако, умение красиво одеваться не зависит от типа фигуры. В современных магазинах можно найти модную одежду любого размера. Остается только определиться с подходящим именно вам фасонами, цветовую палитру и научиться подчеркивать свои достоинства с помощью одежды. Удлиняем ноги. Для этого подойдут любые брюки и джинсы с высокой талией и туфлями на каблуке. Выбирайте широкие модели брюк и джинсов. В них вы будете смотреться более хрупкой. Лучшим выбором станут брюки палаццо. Акцентируйте талию, чтобы пропорции стали более женственными и ограниченными, не забывайте выделять линию талии. Для этой цели подойдут широкие эффектные ремни, которые сейчас можно носить поверх чего угодно, даже пиджака и кардигана. V-образные вырезы. Вырез такого типа визуально удлиняет шею, корректирует пропорции, вытягивает силуэт. Именно поэтому вещи, украшенные таким типом декольте, хорошо смотрятся на пышных дамах. Диагональный и мелкий принт. Оптимальным выбором станет вертикальная полоска, диагональный орнамент и любой мелкий принт. Полюбите бежевый. Он может стать хорошей базой для гардероба. Я советую почаще брать на вооружение нейтральные бежевые оттенки. А к примеру, лодочки такого цвета могут сделать ножки намного длиннее. Удлиненный верх. Если ваша проблемная зона – бедра или животик, то удлиненный верх решит эту проблему. Блузы, рубашки, туники, пиджаки и кардиганы. Такой фасон скроет все. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!